Он отказался от нашего гражданства? Ну, он отказался, но он был. Мы можем как-то призвать азербайджанское руководство проявить, ну, не знаю, милосердие? Мы всегда это делали, и сейчас это делаем. Я разговаривал, как вы знаете, по телефону с президентом Алиевым. Ну, и раньше мы говорили о том, что чего бы там ни случалось, и он меня все время заверял в том, что что бы ни случилось, он обеспечит и безопасность, и права армянского населения в Карабах. Но сейчас там же армян-то не осталось. Все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян. Ну, может быть, 1000-1500, все. Ну, все, там просто никого нет. А вот что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ереване не хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить из, в данном случае, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера.